Мур, привет, друг, это Зверько. И перед тобой новый персонаж, Лин. Должен сказать, это имба на ранней стадии. И вот почему. Маны у Лина нет, а есть энергия для использования навыков. Первый навык. Лин запрыгивает на стену и становится невидимым, и так может перепрыгивать между стен без КД, что позволяет перемещаться очень быстро. Нажимая атаку, он может мгновенно прыгнуть к вражескому герою и нанести урон. Также может спрыгнуть с помощью вспышки, ульты и второго навыка. Второй навык. Лин делает рывок к противнику и наносит урон с дополнительным шансом крита. Плюс накладывают эффекты, которые срабатывают на автоатаке. А если использовать навык со стены, то он может прыгнуть на серьезное расстояние и нанести урон по области с гарантированным критом и оглушением, хотя в описании сказано замедление. Более того, криты от предметов и навыка, похоже, складываются, выдавая огромный урон. Ульта. И опять неуязвимость. Лин подпрыгивает вверх и обрушивается вниз, подкидывая на секунду жертв, которые оказались в центре кольца. Кроме того, вокруг кольца появляются 4 меча, подбирая которые, Лин восстанавливает энергию и КД второго навыка. Пассивка. Тут просто. Энергия восстанавливается на стене по 2 очка в секунду, а при ударе героя 5 очков энергии. Вот такой парень, Гасен номер 2. Я сейчас пойду выяснять его слабости в игре против живых противников. А кроме того, будет большое обновление и новый режим игры, о которых я расскажу немного позднее. Чтобы не пропустить, подписывайся на канал и ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг! Смерть, тупый яд, а так ушел, мертвый отряд. Они шли, чтоб победить, что любить.